Есть маски дорогие, вы мне звонили 2000. Приехали покупатели, покупатели. Нет, я больше по таким обозницам. А нет, звонок нет. Ганновики, когда был выход в Россию, да, можно было занимать, и тоже репчиками. Там примерно по косарю полугодовалых можно было брать. Ну, кидать нет. Что сделать? Я там не вижу проблем никаких. Что сделать надо? Принести нож, которым лезет, или нет? Нет. Щипцы могу принести. Я не вижу здесь проблем никаких. Бля, у нас просто слишком расчищенная капуста. Ну, ничего такого нет. Ну что, здесь грибок, который надо вылечить. Девушка, выбирать, это выбирающая. Вам объяснить на видео, для чего это делается? Да, да. Вам интересно? Да. Это тест на хромоту, на скрытую хромоту. Ну-ка, ну-ка. А вы знаете, что за это денежку платят вообще? Я не люди? Нет, вы слушать будете. Сейчас у нас богатый фермер здесь с нами. И он вам отстегнет, но она выдержит все параметры. Нам необходимо хорошее предложение. Сколько? Что ты не ведешь свой канал, блядь, что такое? Это что, это 21 век? Надо минута. Нет. Не угадали. Хоу! Хорошо. Готово? Да. Готов? Ну. Оп. Обратно, все. Сереж, все. Сухожилие. Она не спотыкнулась, ничего. На ту ногу, на которую вы... Да. Почему именно... Ну, проверка идет именно на ту ногу, которую вы подняли. Да, которую... Получается, она... Хочу проверить другую, значит. Да, да. Хорошо. Ай, бравушки. Дай. Хорошо. Сереж, зад будешь не держать. Я потому бегу. Мне будет тяжело, она меня тут полит. Стоим. Значит, на хромоту не... Оп! Нормально! Все, хорошо. Ну, зад ты будешь держать. Надо было взять шлем. Вороной каблук. Нет, здесь
живота поднимаю. Где хоть себя искать потом? Лошади и охота как час жизни. Вы на охоту ходите? Ну конечно. О-о-о. Можем вас пригласить верхом в седле. Нет, верхом, кстати, это по стрельба верхом на лошади запрещена. Ну, мы стрелять не будем, мы только будем снимать. А нет, мы с мужем ходим. А где вы? В каком? Слуцкий район. Слуцкий? Да. Ну ясно. Это там с Романовичем Сергеем Герасимовичем мы обычно ходили. Нет, фамилия не знакома, не знаю такого заводчика-охотника. Нет, это не заводчик, мы с ним ходили на охоту, он литейку, стали литейку держит завод. А, есть литейный у нас, ну, да, вот, большой. Это он хозяин этого завода. С ковшина обычно они ходили на охоту. О, с ковшина это Полесский край. Да, да, там зверь есть. Готовимся. Ну-ка, только это, под это. Давай. Оп, 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 оп. Все, 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 хорошо. Что, последнее? Еще есть трехлетняя кобыла хорошая. Повыше, покрупнее. Ну, трешка, это очень мало. Ну, она заезженная. Ну, бля, это очень... Это... Да. Дай ножку. Молодец. Слышь, мой хороший. Ну, копытики надо будет, конечно, подправить. Не с первого раза. Не, вот этот вот можно из первого выплюнуть. Его один толку нету, тот с одного раза не поправит. Сереж, дело не в том, что можно срезать все. Ты понимаешь, что будет да, передок да, сухожилия? Да, да. Здесь не с первого раза, здесь 2-3 расчистки не должно быть. Ну, просто сложение, это такая аккуратная. Да, да. Вот это вот, да, сверху то, что... Да, я, блин, темно, понимаешь, но... это было бы вообще не заметно. Последнюю, четвертую ножку держит, лошадь полностью на хромоту проверяет лошадь. Листов нахватаемся. Ой, да, хорошо, у нас листогон есть. А чем гоняете листы? Ну это смотря какой сезон, понимаете, после пастбища что там надо специально, чтобы были в состав включен глистогон, который на желудочных оводах действует. Да, да, да. Это обязательно. Уколами так, или нет, альбендазолом? Я думаю, только никаких уколов специально пастой. Альбендазолом или пастой, да? Паста для лошадей специальная есть. Да. Бродинский шведский, Минский мы покупаем. А вас коваль свой или нанимаете? Ну, свой, да. Свой, да? Ну, приезжает, то есть мы с ним договорились, заключили. Ну,
она же ребят водила уже, эта кобылица. А вы откуда знаете? Не, ну, вы у хозяина спрашивали. Кто хозяин? Саша. Ты наш недавно. Да. Ну, по сосках то не видно, что водила. Друзья, заходите на канал, пишите комментарии. Вот приехали термины, занимаются лошадьми.